Томсо, как ты относишься к притеснению мусульман Грузии? Кстати, очень много поступает сообщений о том, что на КПП Верхний Ларс, это пограничный пункт, из-за каких-то внешних данных, из-за бороды, из-за хиджаба, грузины разворачивают жителей КПП. Томсо, ассаламу алейкум. Скажи, брат, что происходит в Европе с экономикой? Почему евро и доллар падает, а рубль растет? Как ты думаешь, когда все поменяется в обратную сторону? Ва алейкум ассаляму рахматуллах. Евро и доллар не падает. Здесь в Европе ничего как бы не происходит. Здесь цены есть определенный рост, они вообще выросли с момента кризиса, но сейчас какого-то роста нет. Наоборот, есть даже спад. Например, цена на топливо сейчас, наоборот, снизилась. Есть укрепление рубля по отношению к евро и к доллару. И это то, что сейчас касается только россиян и людей, которые так или иначе связаны с рублем, чьи доходы, если они идут в рублях, то вот это их касается. Например, я тоже, допустим, меня это тоже непосредственно касается, потому что вот эта площадка, например, донат-сервис, когда вы донатите в рублях, при конвертации в евро это, разумеется, будет больше. Как вам это объяснить экономически? Я не экономист. Давать прогнозы по этому поводу, когда будет обратный там, отток и так далее, понятия не имею. Это надо слушать экономистов, что они по этому поводу говорят. Я всегда придерживался и продолжаю придерживаться того мнения, что санкции, они очень серьезно усложнят жизнь россиянам, но они не убьют экономику России. Экономика России просто будет, сейчас испытает, уже испытывает некий шок, но затем она переориентируется на восток, на азиатские страны, и так или иначе будет по-любому существовать, будет жить. Да, с трудностями, да, там россияне, которые привыкли пользоваться Apple Pay, там, Visa и MasterCard и так далее, ну, им придется теперь переориентироваться на что-то другое. Но без сомнений, да, несомненно, на замену всему этому придут другие сервисы других стран, и полностью задавить это все не удастся. Есть страны, которые уже десятилетиями живут под санкциями и продолжают жить. Иран, там, Северная Корея, они уже десятилетиями живут и продолжают жить. То есть только лишь одними санкциями, только лишь давлением на экономику, разрушить страну, убить ее невозможно. Поэтому трудности, да, но конец, то есть проигрыш в войне, его на поле боя нужно, победу в войне нужно одерживать на поле боя. Экономика и все остальное это такие вспомогательные как бы, действия. Так что по рублю как-то так. Томсо, у нас идея такая пошла, писать всякие надписи на стенах городов, подъездов на Кавказе, во всех республиках, типа «Оккупанты, убирайте свободу Кавказу», «Кавказ без России» и так далее. Как тебе? Ну, идея неплохая, я думаю, они, если это станет, примет массовый характер, то они какую-нибудь ответственность административную, даже уголовную придумают, и за это тоже назовут это вандализмом, посягательством на государственный строй, там еще что-то. Экстремизмом даже могут назвать. Томсо, почему весь мир проснулся, когда началась война на Украине? Почему, когда Америка бомбила Ирак и Афганистан, все молчали? Что скажешь? Я скажу, что не молчали. Та же Россия не молчала. Кто молчал? Все высказывались по этому поводу. Другое дело, почему, если ты поставил бы вопрос так, почему туда никто не вмешался и на стороне Ирака не стал воевать с Америкой? Ну, извини меня, никому, для когда Ирак не является никому другом или союзником, за него воевать никто не хочет. Саддам Хусейн сам себя поставил в такое положение. А молчали или нет, не молчали. Томсо, как ты относишься к притеснению мусульман Грузии? Кстати, очень много поступает сообщений о том, что на КПП Верхний Ларс, это пограничный пункт российско-грузинский, единственный действующий сухопутный пограничный пункт, что там просто так из-за каких-то внешних данных, из-за бороды, из-за хиджаба, грузины разворачивают жителей Кавказа, не впускают их в Грузию, при этом дают на руки какой-то документ,
на котором бывает написано, что причина отказа – это иные причины. То есть, по сути, ничего не объясняет. И, ну, это, конечно, очень печально. Вообще, поведение грузинской власти сейчас, вот, во время агрессии России в Украине, это, ну, мне очень сложно подобрать слова, какие-то корректные, да, дипломатичные. Не хочется переходить на какие-то недипломатические термины. Но это очень нехорошо, очень неправильно, то, как они себя ведут. И по отношению к украинцам, и по отношению к Украине как государству, и по отношению к своим соседям, к кавказцам, это очень неправильно. Вот это вот явная такая какая-то пророссийская политика сейчас ведется грузинскими властями. Я надеюсь, ситуация в Грузии, она исправится. Я очень на это надеюсь. Я не знаю, на что они там рассчитывают. Может быть, они думают, что таким образом они как-то смогут сохранить, да, нейтральность и не пострадать от действий России. Но Грузия уже пострадала от действий России. И чего еще бояться, если 30% твоей территории уже оккупировано? Бояться, что ее всю оккупируют, ну, я думаю, это нереально сейчас. У России, в принципе, сил на это сейчас даже не хватит. Не знаю я, в общем, как это объяснить, но это очень печально. 20-й Куян Квась заметил регресс кадыровцев. Сперва они кричали, что все прячут лица, боятся на камеру высказываться. Потом, мол, где-то скрываетесь, боитесь место сказать. Теперь лорд зовет на стрелку в центр Грозного. Но это неизбежно. Самый такой сокрушительный удар по ним, по всей вот этой их риторике, нанесли братья из Турции. Это был сокрушительный удар для них, потому что до этого они говорили, ну, любое место, нейтральная территория, мол, забивайте стрелки, давайте встречаться там где угодно, там с вами, мол, разберемся. Такая была риторика у них. И тут на тебе, в Турции, одного с одним провели профилактическую беседу, второго там отмудохали, еще одного заставили на камеру говорить там что-то, да, потом он уезжает, говорит другое. То есть вот эти вот все эти моменты, и их при этом зовут, говорят, давайте, вы же говорили, приезжайте, и вот поехать туда и встретиться, ну, не хватает, конечно же, душка. Приходится сохранять хорошую мину при плохой игре. انتظريني يا قدساه انتظريني سأزيل سدودا